На Синяке проходил первый переходящий кубок среди школ Мукачева по горнолыжному спорту. Участвовало порядка 50 детей из всех школ Мукачева. Кубок заработала себе и повезла поставить на почетное место в кабинете директора гимназия номер один. Детям очень всем понравилось, было много призов ценных от фирмы Fisher, которые выступили главными партнерами. Вот основные партнеры — это Освита, Відділення освіти, відділення сім'ї молоді і спорту, СТК «Синяк» і фірма «Фішер», які дали призи для діток і допомогли суддейством. Головний суддя соревновань був Легеза. Вот, в общем, такая информация. Кубок будет проходить ежегодно. Да, мы започатковали. Это такой день, я даже немножко сейчас волнуюсь, потому что это большой очень шаг был сделан. Такого нету еще аналога в Украине, нигде нету. Это мы впервые такое сделали. Это был первый кубок самый, и мы планируем проводить его каждый год. То есть уже и расширяться, и программа подготовки школьников будет к этому кубку, соответственно, уже более расширенная. А есть такие наработки, что в следующем году, уже в этом году, в 2017, с ноября школьники будут абсолютно бесплатно кататься на лыжах. То есть программа, которая действовала сейчас, она предоставляли школьникам подъемники бесплатно, но лыжи в полцены прокат, кто не имел лыжи. А будущая программа будет все бесплатно полностью школьникам. Их везут туда тренироваться, кататься. А в конце сезона, уже в феврале, также будет проводиться кубок. И мы надеемся, что уже в следующем году, в 2018 феврале, будет намного больше людей, детей участвовать в этом. Спасибо.